Добрый вечер. Меня зовут Вадим Чернов, я представляю «Папин журнал» из Санкт-Петербурга. Целью приезда на хакатон была адаптация существующего теста, который есть у нас на сайте, в игру. Задача нашего журнала напрямую, может быть, не связана с целью, с мероприятием. То есть мы не так много пишем о домашнем насилии, но мы считаем, что пропаганда ответственного отцовства, информирование мужчин о том, что происходит с женщиной в период беременности и в последующие периоды, она является, в общем-то, профилактикой. Задача игры – познакомить отцов будущих с ситуациями, которые могут возникать на протяжении первого года жизни, пока ребенок еще мал, дать варианты решений, которые каждая ситуация предлагает, и выбрать наиболее адекватные из них. Аудитория конкретно этой игры мы видим достаточно молодую. Это люди, которые впервые решили завести ребенка и которые планируют семью для того, чтобы им сориентироваться. На хакатон я приехал с тестом, который я покажу дальше. Благодаря общению с коллегами-специалистами удалось уточнить, что можно с этим делать. Был сделан редизайн теста, отменены некоторые решения, которые использовались в нем раньше, и была придумана серия игр, одна из которых вот здесь представлена, и еще две игры предполагается для родителей, для отцов, чьи дети уже в другом возрасте находятся. У нас есть сайт, собственно говоря, измененный тест будет опубликован там. Вернее, наоборот, он будет опубликован в соцсетях нашего журнала, а игра появится на сайте. Вот так выглядела архаичная версия этого теста. Это заставка, и это одна из игровых ситуаций. Вот чуть более свежий вариант может выглядеть так. Ряд вопросов. Ну, вот один из примеров, то есть ситуации от родов и до разных самых других, которые возникают в жизни молодого отца на протяжении первого года жизни ребенка, с вариантами ответов и так далее. Предполагается логика игры следующая, то есть это тест, а игра, которую предполагается разработать, ее я не могу показать в виде картинок. Первый год жизни ребенка берется, допустим, это можно сделать там по месяцам, да, и на протяжении каждого месяца возникают разные ситуации, на которые отцу нужно как-то реагировать. Для каждой ситуации даются варианты ответов. Ну вот один из примеров такой ситуации может быть, допустим, ребенку полгода, мать куда-то отлучилась, ему нужно успокоить малыша, который кричит, и он может выбрать там следующее действие, все это вот происходит в одном игровом поле, да. А те или иные действия приводят к тому, что малыш либо успокаивается, либо нет. В данном случае из 5 действий, то есть 4, к результату не приводят. Приводит только одно из них, вот в частности, последнее. Ну и, соответственно, появляется комментарий эксперта по этой теме, психолога или там неонатолога или еще кого-то, да, то есть который объясняет, что происходит в данном случае с ребенком и как реагировать на это отцу. Что, простите? Вот. Как я уже сказал, что планируется сделать еще две игры для отцов, чьи дети находятся вот в таком возрасте, то есть для дошкольников. От года до 3 и от 3 до 7 лет. Спасибо. Ну, если
такая уверенность? Есть такая уверенность, потому что есть статистика посещаемости сайта. У нас два проекта, это «Мамин журнал» и «Папин журнал». И на протяжении 5 лет, сколько журнал существует, я могу сказать, что аудитория отцовская прибывает. Появляются... Ну, в частности, то есть тот тест, который был, он оказался достаточно успешным. Thank you.